Студенты Кубанского государственного университета города Славянска на Кубани провели День здоровья. Прошел он под девизом «В здоровом теле здоровый дух». В мероприятии приняли участие 6 команд. Студенты представили визитные карточки своих факультетов, а после отправились по станциям. Их было 18. Также ребята приняли участие в перетягивании каната и кроссе нации, посвященному Всемирному дню бега. После прохождения всех творческих и спортивных состязаний жюри определило победителей. Первыми стали студенты факультета физической культуры и биологии. Все команды получили благодарственные письма.